Полутора миллионам казахстанцев повысят зарплату в 2024 году. На это из республиканского бюджета выделят 2,5 триллиона тенге. Расходы на следующие три года сегодня обсудили мажилисмены. Министерство финансов озвучили цифры. Только на 2024 год понадобится около 24 триллионов тенге. Почти 3 триллиона запланировано на поддержку сектора экономики. Более триллиона на развитие сферы образования. 767 миллиардов на транспортную отрасль. Многие депутаты были не согласны с предложенной сметой и считают, что нужно детально рассмотреть и объяснить, куда пойдет каждый тиин. Я вот посмотрел, допустим, промышленности выделяется, в прошлом году было 34 миллиарда, да, примерно, да, сейчас в 4 раза больше. Но вы продумали, посмотрели, вы освоите, куда эти деньги идут, вот в чем надо разобраться. А не так, 4 раза выше, 4, да, государственная политика понятна, но чтобы не так не получилось, что и за этими деньгами будут прятаться другие люди, и уводить эти деньги, да, непонятно. То есть борьба противодействия коррупции, теневой экономики, она тоже здесь лежит в бюджете. И потом бюджет это всегда лоббизм интересов чьих-то.